Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим кнопку Home на iPhone 6. Приступим. Для начала необходимо открутить нижние два винтика. Откручиваем первый. И откручиваем второй. Открутили. Дальше необходимо медиатором между корпусом и рамкой экрана аккуратно поддеть экран и отщелкнуть его. Отщелкнули. Аккуратно с нижней стороны открываем экран. Теперь необходимо открутить защиту дисплея. Откручиваем, который находится на печатной плате. Откручиваем первый винтик. Второй винтик. Третий винтик. Четвертый винтик. Пятый винтик. Так, открутили винтики. Теперь снимаем защиту. Теперь необходимо отсоединить от печатной платы 4 шлифа. Делаем это аккуратно, не повреждая печатную плату. Очень часто бывает, что при самостоятельном ремонте вот именно в этот момент повреждают люди печатную плату. Будьте аккуратны. Лучше отсоединять ногтем, чтобы не повредить печатную плату. Теперь берем дисплейный модуль и откручиваем с нижней части защиту кнопкой Home. Вот откручиваем. Раз винтик и два винтик. Открутили. Теперь аккуратно снимаем защиту кнопки Home. Сняли. Теперь необходимо отсоединить шлейф кнопки Home. Отсоединили. Теперь необходимо аккуратненько вытащить кнопку Home из дисплейного модуля. Она приклеена. Делайте это аккуратно, не повреждая шлейф. Отсоединили. Все, вынули. Теперь устанавливаем новую кнопку Home. Берем новую кнопку Home и устанавливаем его. Устанавливаем. Теперь защелкиваем разъем кнопки Home. Защелкнули. Необходимо теперь установить защиту. Прикрутить два винтика. Берем первый. Прикручиваем его. Прикрутили. Теперь берем второй. И прикручиваем его точно так же. Прикрутили. Дисплейный модуль собран. Теперь необходимо его в обратной последовательности вставить. То есть подсоединить 4 шлейфа к печатной плате. Аккуратно подсоединяем. Первый, второй, третий и четвертый. Все, подсоединили. Теперь необходимо установить защиту. Проверили, что кнопка Home работает. Устанавливаем защиту. Прикручиваем, соответственно, сюда винтики. Прикручиваем первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый.
Прикрутили. Теперь необходимо закрыть дисплейный модуль. Вверху надавливаем. Попадаем в пазики. Так, вверху попали. Защелкаем. Так, защелкнуло. Теперь необходимо установить два нижних винтика. Первый. Второй. И закрутить их. И аппарат готов. Кнопку Home проверили. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.